Собственные доходы на 2022 год предполагаю прогнозируемые 451 миллион 604 тысячи. В целом доходы 1 миллиард 536 миллионов 224 тысячи рублей. Расходная часть 1 миллиард 538 283 тысячи рублей. Дефицит у нас технический в размере 2 миллионов 59 тысяч. Это средства собственников, которые у нас пойдут на мероприятия в рамках комфортной городской среды. Основные направления налоговой политики. Налоговая политика на 2022 год и плановые периоды отражают преемственность ранее поставленных целей и задач с учетом рисков, связанных с последствиями распространения эпидемии коронавируса. В трехлетней перспективе будет продолжена работа по укреплению доходной базы бюджета городского округа за счет наращивания стабильных доходных источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов. Рост бюджетных поступлений планируется достичь за счет создания благоприятных условий для расширения производства, осуществление содействия малому и среднему бизнесу, расширение налоговой базы по имущественным налогам путем выявления и включения в налогооблагаемую базу недвижимого имущества и земельных участков, совершенствование методов налогового администрирования. Основные направления бюджетной политики – это обеспечение сбалансированности доходных источников, безусловное исполнение принятых расходных обязательств, установление приоритетных направлений расходов бюджета, проведение мероприятий по повышению результативности использования бюджетных средств, участие в государственных программах Российской Федерации субъекта, усиление муниципального финансового контроля, прозрачность и открытость бюджетного процесса, а также соблюдение законодательства в сфере контрактных закупок.